Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? It's no secret, all my friends already know. There's no reason to hold it back, I let it show. All my feelings, are you thinking about me too tonight? Всем доброе утро. Если вы на экране видите этого модного адидога, значит, вы попали на правильный канал. Кстати, относительно Мики хочу сделать приметку такую, потому что я, конечно, вчера была в шоке с беспардонности людей, но я там пойму, когда это там пишут в комментариях, но когда это уже говорят там, ну, типа, относительно одежды, что ему не холодно, не нужно его упаривать. Ну, как бы это моя собака. Я знаю ее лучше. Если я понимаю, что он там будет ему холодно или он будет дрожать, то я на него одену легкий, ну, это типа худи. Это не супер теплый свитер, вот, о котором... Пошли. О котором многие думают. То есть это просто обычное худи. То есть мы же себя одеваем, да, хотя, ну, по идее, нам тоже... Может быть, еще и не очень холодно. У нас, конечно, на шерсть, но тем не менее. Вот. И относительно травы тоже. Как бы я понимаю, что есть трава, которую можно. Но Микки ее не выбирает. Когда цвела вот эта амброзия, он и амброзию эту ел. Его слезились глаза, он чихал. Но он все равно ее ел. Я не запрещаю ему есть, но просто я живу, что у каждой собаки есть своя особенность. Вот. Мы очень сильно переболели, когда были маленькие, потому что, опять же, кто сейчас выбирает собак, смотрите себе собачек, ну, у хороших желательно как-то, ну, заводчиков. Потому что мы, допустим, Микки перекупали, может, заводчики были и неплохие, но эти люди, которые... что ты ищешь, ля? Те люди, которые его перепродавали, они, ну, буквально, я считаю, что это издевательство над щенком. Когда ему было 2-3 месяца, пошли, его закрывали в кладовке. Пойдем, тебе не нужны эти собаки. Его закрывали в кладовке, его кормили 2 раза в день всего лишь. То есть его взяли просто как игрушку, им наигрались, ребенок захотел планшет, ребенок получил планшет. Я считаю, что это максимально, ну, насколько я могу судить, безответственно, потому что, ну, собака – это не игрушка. И даже если ты где-то в чем-то что-то не понимаешь, можно прочитать, можно узнать, но над живым существом не издеваться. Вот. Ну, это мое мнение, Микки. Пошли посмотрим, что это такое. Какие-то ягодки. Микки, будем дегустировать ягодки, чини. Поэтому, ребятки, спасибо, конечно, за рекомендации. То есть, ну, когда я что-то спрашиваю, но когда я точно знаю, Микки, эту нельзя есть, нет, пошли. То, как бы, ну, о, сейчас Микки ягодки попробую. Ну что, мои хорошие, есть, безусловно, и позитивные, да, какие-то новости, позитивные аспекты и в моем состоянии. Я чуть-чуть прихожу в норму, но я больше себя не ругаю. То есть, если я хочу день немножко там похандрить, что-то, ну, в общем, вы поняли, я это делаю. Очень хорошо. Я вам говорила, что если я найду какой-то метод, я вам о нем расскажу. Если у вас как-то что-то не настроение, сил, желание, ну, опять же, осень, все понятно. Просто побольше старайтесь гулять. Вот я сегодня с Микки обычно там где-то около часа гуляю, сегодня дольше. Сейчас, кстати, посмотрим, сколько шагов я прошла. Мне даже самой интересно. Это такой как стимул и мотивация еще дополнительно. 5367 шагов. Это хорошо. Осталось еще половина вечера. Как-то гуляешь, немножко проветриваешь мозги, что-то там рассматриваешь, на что-то начинаешь обращать внимание, как все меняется. И это немножко помогает от этой осенней хандры. Ну, плюс, конечно же, безусловно, еще и работа. Вот.
У меня, в принципе, все происходит каждый день, все одинаково, поэтому я, наверное, ну, не снимаю сейчас каждый день. Скоро, вернее, в следующем месяце я уже буду ездить на массаж. Именно я выбрала не антицеллюлитный, значит, что у меня есть сертификат. Вот, на 2000 гривен мне дарила моя однокурсница. И я решила его использовать именно для спины, потому что, ну, антицеллюлитный тоже как бы хорошо, но, скажем так, не на часе. То есть должно нормализоваться то, что мне нужно, прежде всего, да, спина, ноги, чтобы все было хорошо, а уже потом будем думать про все остальное. У нас уже такое наступает бабье лето, но как-то мне оно чего-то не наступает. Ну, как бы на улице уже как бы теплее чуть-чуть по сравнению с началом месяца, но дома все равно холодно, поэтому я утепляюсь максимально, что-то теплое одеваю, хожу, хочется какого-то уюта. Я не знаю, почему ко мне пришло это состояние именно сейчас. То есть хочется там, допустим, поехать в Юз, каких-то там вещей, там купить какого-то декора именно осеннего. Понятное дело, что это делать не буду. Но в Юз, кстати, может быть, поедем, вам что-то поснимаю, чтобы как-то немножко разнообразить. Не буду строить каких-то планов, потому что сейчас это все так под большим знаком вопроса. По хорошим новостям, я думаю, что все уже знают, что освободили из плена 215 наших человек, азовцев, 10, по-моему, человек из иностранцев, которые тоже помогали нам быстрее, ближе приблизиться к победе. Читаю сейчас очень много каких-то комментариев русских пабликов, и люди очень сильно удивляются тому, что типа объявили лишь мобилизацию, я думаю, что уже все знают. А украинцы типа не боятся, типа, а чего они не боятся, а чего они улыбаются, а чего они там. Я не политик, я вам уже говорила, я могу сказать исключительно свое мнение. Люди за больше, чем уже полгода привыкли, осознали то, что идет война. То есть это произошло не прямо сейчас. Возможно, если бы это произошло в первый день, люди бы как-то испугались. Но сейчас люди абсолютно по-другому к этому относятся. Вот поэтому и такая реакция. Ну, это если кому-то интересно. Но я все равно считаю, что своего противника не стоит недооценивать, поэтому не стоит расслабляться. Дальше работаем, дальше помогаем. Хотя бы какой-то маленькой лептой. Я стараюсь хотя бы раз в неделю скидывать на те сборы, которые я точно знаю, тех людей, там, тех блогеров, которых я смотрю, которым я доверяю. Вот, хотя бы чуть-чуть что-нибудь. Поверьте, когда с большого количества людей, да, там каждый по 5-10 гривен даже скинет, и это будет тоже вклад. Но кто не может это делать, тот не может, никто ж никого как бы не заставляет, исключительно ваше желание. Я дальше вам уже рассказывала, по-моему, или это в Инстаграме рассказывала, что я дальше прохожу собеседование, так как я хочу больше проектов, так как у меня есть на это время, и так как мне хочется немножко больше заработать. Вот, поэтому пока все это продолжается, прохожу, говорят, перезвоним. Ну, не всегда все удается так как нам хочется, я абсолютно спокойно, нормально к этому отношусь, и вам тоже об этом говорю. Особенно тем девчонкам, которые тело похудения, да, всем нам знакомо, которые худеют, потом набирают, худеют, отчаиваются. Не отчаивайтесь, я думаю, что у вас все полно. Ну, я, по крайней мере, в это верю. Я когда-то еле-еле-еле поверила в себя, и нашлись те люди, которые дали мне еще большую силу, большую веру в себя. Вот, и я хочу стать для вас тоже таким человеком. Вот вы посмотрите меня, может быть, и как-то себя немножечко поверите в том, что у вас все еще действительно впереди, все еще получится. Не получается только у того человека, который ничего не делает и который ничего не пробует. У всех остальных все бесспорно получится. Значит, еще не время, но оно точно обязательно придет. Я хочу поблагодарить Банелите Лайма. Я так понимаю, это девушка Банелите Лайма. Если я неправильно прочитала, прошу прощения. Я очень редко захожу на почту. А здесь зашла, посмотрела, что мне прислали на PayPal $12 73 цента. Здесь не указали,
ну, на что, потому что в предыдущий раз писали именно на животных, но я так понимаю, что здесь, скорее всего, тоже на животных. Я думаю, что если человек увидит, он сможет написать. Можете написать в комментариях. Спасибо вам большое. Я не знаю, сколько это будет в гривнах. Я, ну, не переводила еще. В любом случае, я отчитаюсь, покажу, что на что ушло. Я пока сейчас коплю деньги, чтобы снова заказать вот эти вот 3 мешка корма. Вот, потому что он как-то быстро расходится, холодает, собаки хотят больше, и кошки есть, поэтому быстрее корм расходится. Скорее всего, я уже ближе к зиме буду еще заказывать 3 мешка, и это такой вклад. Спасибо вам большое, Лайма, за помощь. Девчонки, я испытала сегодня разочарование века. Не знаю, может быть, эта инфа будет полезна для тех, кто живет тоже на моем районе. Я знаю, что есть несколько человек точно меня смотрят, в общем, с района. У нас открылось заведение, я так понимаю, по франшизе «Забудка». Такое приятное, там персонал очень приятный, позитивный. И я, в общем, в какой-то веке решила себе, думаю, возьму-ка я себе вкусняшку на обед, заодно по дороге съем, еще прогуляюсь, пройдусь, то есть, да, двойная, скажем так, польза. Ну, думаю, вкуснее, да, будет шаурма, чем дома. Так вот, сори, прервал звонок. Все хорошо, отлично, нам даже попал кусочек маленького тортика. У них, видимо, у коллеги там день рождения. Я хочу сказать сразу, что я не обсираю заведение, я просто уже сейчас начну писать. Я просто хочу сказать именно свое впечатление. Была шаурма, я даже ее не сняла, потому что, по сути, она практически развалилась, размякла, хотя мы там, ну, 5 минут отошли мы в парк, вот, для того, чтобы там, типа, встать и нормально ее как бы можно было есть. В общем, видимо, неудачный лаваш и не очень удачно закрутили шаурму, потому что в одной стороне, получается, все прям размокло и начал рваться лаваш, то есть, ну, как бы, вот. А в другой стороне, наоборот, было очень много лаваша, и он как будто сырой. Хотя по виду, ну, смотришь, она, ну, немножко как припеченная на гриле. Но по факту она там припеченная с одной части. Ну, короче, невкусно было. Я надеялась, что будет вкусно, что я себе так настроение тоже подниму. И как бы вот. Обидно, что невкусно, обидно, что потрачена денежка. Ну, небольшая, но все равно я редко себе могу позволить куда-то сходить сейчас, потому что есть вещи приоритетные. То есть я, если я куда-то выделяю, то я прям вот серьезно. Мне нравится мама пицца. Здесь есть, получается, заведение тоже мама пицца. Вот там вкусная была. Мы в прошлый раз ее брали, но она, конечно, меньше по размерам, но там, видимо, более удачный лаваш используется. Я не знаю, как по вообще, я знаю, что эта Забудка есть там. Вся у нее целая там какая-то сеть большая, кто-то франшизы покупает. Я не знаю, как где. Тут было, ну, такое чувство, что лаваш был просто вот это вот СТБ, который я его не люблю, потому что он сильно какой-то мягкий. В общем, он мне не нравится по структуре. Вот, там еще есть, там большое достаточно меню, и бургеры, и сэндвичи, и наггетсы. И этот лук вот этот вот в панировке, и сыр в панировке. Я, может быть, что-то еще попробую. Но шаурма прям вообще не очень. Да, такие большие куски, все. Ну, то есть все свежее, видно, все хорошо, но соус очень вкусный. Но, видимо, из-за лаваша вот портится вся картина. Ну, что, съели, насытились. Мясо, кстати, тоже вкусное. Буду пробовать еще, может быть, что-то поменяется. Я уже ничего никому не говорила, ну, потому что мы ушли, я ж не буду возвращаться говорить, что у вас там что-то не это. Просто в следующий раз, наверное, я скажу. Мне кажется, это вообще важно говорить в любом заведении для того, чтобы люди могли что-то улучшать, что-то менять. А может быть, просто мне одно не нравится, и я вообще ничего не скажу. Ну, короче, это совершенно точно. В общем, обед прошел, все хорошо, мы прогулялись. Сейчас уже скажу, сколько я находила. Очень важно ходить. Я сегодня сделала опрос, типа, кто любит ходить. Вообще, есть люди, которые написали, что вообще не заходит эта тема. Я не понимаю, как можно не любить ходить. 8 850 уже. Уже сейчас у нас 13:25, еще вечером походим. То есть, думаю, около 12-13 тысяч шагов точно будет. Вечером обязательно поделюсь с вами результатом. Ну, или просто вставлю скрин.